Вы слушаете «Радио России Ульяновск». С вами Наталья Козина. Добрый вечер. Неделю назад пришла скорбная весть. Не стало Татьяны Эйхман, всеобщей любимой корсунской поэтессы. Сегодня мы послушаем интервью, которое вышло в эфир 2 года назад. Душевный разговор. «Не место красит человека, а человек красит место» – это расхожая фраза в полной мере относится к замечательной женщине Татьяне Эйхман. Как она все успевает, диву даешься. По профессии она врач, долгое время работает в Корсунской районной больнице. Хотя, признаемся честно, мы с ней в основном встречаемся совсем по другому поводу. Она творческий человек. Мало того, что руководит разными поэтическими студиями, журит на разных творческих конкурсах, у нее остается время самой писать хорошие стихи. Совсем недавно у Татьяны Эйхман вышел в свет новый сборник стихов «Золотые травы». И ведь именно эти творческие заслуги возвышают ее как медика. Не ошибусь, если предположу, что, наверное, каждому пациенту, который приходит к ней на прием, нравится, что она такой, с богатым внутренним миром человек. Я прошу Татьяну Эйхман перечислить все ее творческие звания и регалии. Вот как она мне ответила. Все равно я сначала говорю, что я врач Корсунской больницы и работаю здесь с 1979 года. Член Союза журналистов России, член Союза писателей России, член редакционного совета литературного журнала «Симбирск», координатор открытого ежегодного литературного молодежного конкурса «Друзья по вдохновению», руководитель литературного объединения «Родники» при газете «Корсунский вестник». Я горжусь тем, что в 2015 году мне присуждена губернаторская ежегодная областная поэтическая премия имени Николая Николаевича Благова в номинации «Край мой на Волге». Спасибо большое за эту премию. Я на нее сумела выпустить несколько маленьких сборников. Печатаюсь. Подборки стихов напечатаны в наших литературных ульяновских журналах. Несколько сборников стихов вышло, и таких самодеятельных, и в издательстве. «Вьюга» называется первый сборник, хороший, достаточно, я его считаю. Ну, есть публицистическая книжка о судьбе Николая Аркадьевича Пластова. Есть книга стихов «Зеленый шум», которая была выпущена по губернаторской программе книгоиздания в Ульяновской области. Поэтому несколько книжек маленьких написано для детей. Они и объемом маленькие, и стихи там маленькие, чтобы дети могли запомнить. Публиковал альманах «Брусника» в Вологде, публиковал журнал «Сура» в городе Пенза, публиковал журнал «Русский писатель» в Санкт-Петербурге, альманах «Живое слово», альманах «Излучина» в Сызрани, новый енисейский литератор Красноярск. Радуюсь тому, что есть много сайтов для поэтов, и там можно выставлять свои стихи, получать и критику, и помощь. И благодарю своих коллег по Ульяновскому региональному отделению Союза писателей. Они всегда откликаются и критически могут оценить произведения. Хорошо, что есть такие у нас сборники, как «С любовью трепетной», «Это наша победа». Вы знаете, что антология была собрана большая в Ульяновской области. Наверное, одна из первых наша область сделала такую антологию «Ульяновская словесность» начала 21 века. Обычно какие-то книги, посвященные 19-му, 18-му, даже, может быть, 20 веку не в каждой области есть, а у нас вот сделали антологию начала 21 века. Кто-то сказал, что ну, что там, собрали все в одну кучу. Но это еще раз, вот эта книга показала, что как много творческих людей в Ульяновской области, умеющих писать прозу, стихи, баллады,
Вы так хорошо сказали об одном из своих сборников под названием «Вьюга». Сами объективно оценили свой труд. Но сегодня мы хотели бы, чтобы вы рассказали нам о своем крайнем поэтическом сборнике. Книга, которую я держу сейчас в руках, она в твердой обложке. Она называется «Золотые травы». А с разрешения Николая Николаевича Пластова использован такой кусочек картины Аркадия Пластова. У него очень много этюдов, и вот один из этюдов «Цветы» на передней обложке. Красиво очень. Это красивое. Сборник стихов? Да, это сборник стихов и баллад. Это поэтическая книжка, поэзия. Вот и все это... стихи в ней новые. Это за какой период вы успели новые стихи написать? Ну вот после того, как все стихи здесь собраны и баллады, после 2012 года. О чем эти стихи? Ведь вы писали их в определенном возрасте, с набором определенных эмоций, которые соответствовал этим последним 5 годам вашей жизни. Что вас впечатлило? Вот о чем новые стихи? У каждого человека бывает такой Рубикон, который он переходит в своей жизни и вынужден оглянуться на тот отрезок времени, который пройден. У меня такой точкой отсчета стала большая тяжелая операция на головном мозге, когда я после операции не могла двигать руками и ногами и не знала, встану я, смогу ли я что-то делать. Но вот я очень благодарна нейрохирургам областной больницы, они ювелирно так сделали, что я смогла быстро восстановиться, и после этого на все происходящие события начала смотреть немножко по-другому. Хотя, может быть, что-то, что заложено в нас с детства, оно осталось, и все равно, как стержень такой, все равно он сохраняется. И вот эти вот все раздумья, после того, как я вышла из такого вот тяжелого состояния, открывается книга стихотворением с пометкой «Бетховен, симфония номер 3». И там есть такие слоки. «В пустынной бесконечной высоте оборвалась безжалостная нота, как будто разум мой осиротел или тихонько сердце сжал мне кто-то. Пронзительно у скрипок голоса возвышенно летящие далеко. И альто голос неба отверзал, вдруг поняла я страшно одиноко. О, музыка, искание и тревог, опять ты бередишь больную душу, срываешь с чувств холодности замок, проникнуть в память заставляешь глубже, советуешь постичь, впитать навек высоты мысли, превозмочь проклятие. О, музыка, останови свой бег, замри, оркестр, хочу себя понять я». Вот, может быть, желание понять себя и заставило писать эти стихи. Ну, не только себя, конечно, и жизнь вокруг наблюдать, и интересоваться историей своей страны, и историей того места, где я сейчас живу. Корсуну в прошлом году исполнилось 370 лет, он на год постарше Симбирска. «И бархатца в бархат, и золото ос, рубин осенних калин, Корсунский район, где родился и рос, богатство всему господин, рябиновый край, где небес синева, где ветки склонились от бус, родник, ледяная летом вода, от боли едва ли сдержусь. Корсунка задумчивей стала, темней, но век для нее только миг, и слышу в туманах средь дальних зыбей призывный кочевников крик. Барыш, извиваясь к Суре, устремлен, та в Волгу бежит средь лугов. Текут, не торопят, не тягот времен, не судеб российских сынов. И вечно летящее золото ос, рубины осенних калин. Корсун, этот край, где родился и рос, на всем белом свете один». Я родилась в Языкове Корсунского района. И вот до сих пор, встречаясь со своими
друзьями детства, мы вспоминаем, как мы жгли костер, как мы относились к своим родителям, которые были очень трудолюбивые. Они нам показывали пример трудолюбия. И как мы относились друг к другу. Мы сидели под яблоней в травах в поле дальнем. Искрился костер. И меж нами ни левых, ни правых. Просто детский задиристый спор. Вдох, и Борька в свистульку из липы разудалую песню завел. В сени дверь распахнулась со всхлипом. Вышел тятя до пояса гол. «Что же спать, детвора, не хотите?» «Я пошел, мне до зорьки вставать!» Натянула до носа я свитер, что связала зимою мне мать. Средь небес бархатистых сияла, и звенела над миром звезда. И казалось, так будет всегда, и нельзя повторить все сначала. Вот детство, наверное, у каждого свое, но что-то есть такое, что нас заставляет не опускаться ниже какого-то вот уровня порядочности. Вот наши родители, бабушки, дедушки. Здесь в этой книжке у меня есть посвящение и моим дедушке с бабушкой, и моему брату, и колыбельной для сына. В этой книге я обращаюсь к местам памятным для Корсунского района, потому что не могу представить Корсунский район без Языкова, без Преслонихи, без Сухого Корсуна. И вот стихотворение, посвященное памяти народного художника Аркадия Александровича Пластова, которому в этом году исполнилось 125 лет, я тоже сюда включила. Вечер падает на землю, скинув жаркое ярмо. Лунный диск дрожит и дремлет золотеющим клеймом. Всюду здесь краса земная. Не спеши, остановись. Пахнет красками тугая в мастерской старинной кисть. Ночь усердная портниха скрыла гумно и погост, сшила плат над Преслонихой в блестках жемчугов и звезд, и молочную вуалью стерла колокольни грань. Речку и холмы за далью, на окошечке герань, волглой темноты ограду, за оградой старый крест. Дай мне, Господи, отраду в прославленье этих мест. Конечно, включила в этот сборник и стихотворение, посвященное вот той трагедии, когда церковь Преслонихи сгорела. И очень рада, что ее уже смогли восстановить, и в ней идут службы. Но в этом году меня потрясло еще одно событие. Это уход из жизни Елены Николаевны Холодилиной. Это мать моего одноклассника Николая Николаевича Пластова. Это человек, который из поколения тех 30-х годов, она родилась в 32-м в городе Луганске. На старости лет вот она увидела, что происходит в Луганске, у нее там умерла сестра, и она не смогла туда поехать. И по состоянию здоровья, и потому, что туда не проедешь в таком состоянии. И она увидела, как пылал этот храм, куда вложил свои огромные силы ее муж Николай Аркадьевич. Это удивительная женщина, берегиня Пластовского дома. Она заслужила свою персональную выставку только 85 лет. Она художница, ее картины выставлялись вместе с полотнами Аркадия Александровича и выставлялись на выставках «Большая Волга». Но вот она была настолько скромная, и, казалось бы, жить под звездой великого человека и рядом с ним очень тяжело. Но у нее свой голос, и вот ее полотна имели какие-то камерные пейзажи и такие торжественные небеса, и свой мазок она имела. И есть поэзия в ее цветах,
И есть интересные зарисовки «Уголок старой Москвы». И «Море» она писала как-то по-своему, по-особенному. Но, конечно, она сердцем привязалась к этому месту, где жила. И вот одно из стихотворений я написала, видя, как она стоит на холме и пишет «Даль за Преслонихой». Этот туман прозрачный между дерев дымком скоро растает. Значит, вновь я увижу дом. Странники и святые молятся в этот час, чтобы туманы злые не усыпили нас. Вот ветерок из глинищ торкнул меня в плечо. Солнце, разве не видишь, как я люблю горячо эти проселки, травы, одуванчиков свет, этой речушки малой, тысячелетний бег. Вот, раздвигая ветви, вижу алый восход. Слышу многие лета, кто-то у храма поет. И вот Елена Николаевна, увидев все это и узнав, что открылась ее персональная выставка, была очень добродушным, добрым человеком, умела не показывать виду, когда ей больно. Она тяжело болела, умерла незадолго до празднования 125-летия Аркадия Александровича Паластова и как бы собрала. Вот на похороны приехали все, кто приехал ее хранить, увидели эти кресты в Преслонихе на кладбищах и поклонились Аркадию Александровичу на следующий день, его 125-летие. И внук, побыв вот здесь, исполнил все-таки свой долг, приехал в Москву и торжественно открыл прекрасную выставку в Доме музыки в Москве. У микрофона Наталья Козина я продолжаю наш душевный разговор с корсунской поэтессой Татьяной Эйхман. У нас был приятный повод для этой беседы. У Татьяны Эйхман совсем недавно вышел в свет новый поэтический сборник «Золотые травы». Она рассказывает о том, что и кто вдохновил ее на новые стихи. Что еще хочу сказать о Пластове? Что вот Пластов не кончается. Посмотрел картину, закрыл, забыл. Вы понимаете, вот эта Преслониха притягивает сейчас умы других художников. И в Корсуне есть школа имени Пластова, с которой я дружу уже очень много лет. Эта школа, детская школа искусства, организовалась в 1964 году. Ей уже более 50 лет. С 1978 года там появился Владимир Алексеевич Фролов и был создано художественное отделение, а в 1998 году этой школе присвоено имя Пластова. И вот Николай Николаевич приезжает туда, в эту школу, и видит, как дети пишут, и я часто бываю в этой школе, вы понимаете, это удивительное место, там ребята раскрываются, мы привыкли, что ой, ребята, хулиганы, бабники, озорники, а там они с такими глазами просветленными. Мне хочется прочитать вот посвящение, которое я включила тоже в эту книгу. Из ручейков слагается река, и от костра взлетают в небо искры. От дум рождаются сухие мысли, пронзающие пыльные века. Живут идеи в звоне звучных лир, меняют времена оттенки красок. Но ценим мы прекрасный детский мир, он остается трепетным и ясным. Он не подвластен никаким царям, он непонятен злым и жадным душам. Сегодня этот мир открылся вам. Любой, входи, смотри, любуйся, слушай, дружи, сотрудничай и узнавай. Груз дружбы и любви святое бремя. Кончается апрель и будет май. И этот мир не разрушает время, и этот храм не потопить во мгле.
Он защищен от бесов голосами детей, живущих нынче на земле, их чистыми и ясными глазами. Вот я дружу с детской школой искусств, часто бываю в Корсунской средней школе, которой вот в ближайшее время исполняется 200 лет. Представляете, средняя школа, ей 200 лет будет. Дружу со школьниками из больших поселок, они очень много работают, пишут стихи. Дружу со школьниками Языковской школы, которую сама закончила, бываю там. И у меня был огромный дружище. Почему был? Потому что он ушел уже в мир иной. Бывший депутат Корсунского совета, директор первой кадетской нашей школы, бывшего школы-интерната, трудом человека Подмарькова Виктора Ивановича школа-интернат превратилась в кадетскую школу. И я им посвятила, этим ребятам, кадетам, стихотворение вот такое. Метель в золотых эполетах командует в нашем дворе. Калитку захлопнуло лето, смотри-ка, и мы в сентябре. Горячей ладошкой машет нам клен вдалеке. Тебя провожу и расстанемся на КПП. Предательски боль захватила мне юное сердце в тиски. Нас осень с тобой разлучила, но души все так же близки. Горячей ладошкой до облака с кленом тянусь, 8 сентябрь. Жду тебя, мой кадет, моя грусть. Мелькнули погоны кадета, ковер золотой-золотой. И словно воротится лето, и счастливо снова с тобой. Горячей ладошкой смахну я грустинку с лица. По золоту листьев с тобою пойду до конца. Я вижу каждую пятницу и субботу, как девчонки ждут своих кадетов, встречаются с ними на контрольно-пропускном пункте. И вот пока сейчас такая осень, так приятно наблюдать за этой влюбленностью, за этой любовью. Жизнь продолжается. Вы меня так расстроили, когда договариваюсь с вами об этом интервью, чтобы вы рассказали нам про этот свой новый поэтический сборник. Вы как-то так с грустью в сердцах сказали: ой, да ладно, кому это надо? Да. А почему вы так считаете? Ну, вы же пишете. Неужели вы считаете, это никому не надо? Я это сказала, может быть, из-за того, что загружена на работе, бывает. Но я благодарна тем людям, которые откликаются на мои стихи. Вот в этом сборнике несколько таких стихотворений, которые положены на музыку. И Бог меня свел с такими сестрами Нужинами, Ириной и Натальей. Они меня познакомили со своей мамой, Ольгой Евгеньевной Нужиной. А Соловушки исполнили мою песню «Вальс о школе». Этот вальс о школе звучит. Хочу несколько хотя бы строчек. «Наш школьный бал звучит зазывно вальс. И ты меня за руку держишь нежно, и впереди теперь вся жизнь у нас. Мой школьный друг, ты станешь другом прежним. Последний наш окончился урок, и не успели мы сказать о главном. Жаль, что не будет нас встречать звонок, лишь первоклассник, раз ему забавно». И вот когда я им написала эти стихи, давай, давай, продолжай. А в каждой песне должен быть припев, оказывается. И пришлось написать такой припев. «Мы не детки, мы не крохи, мы вершители эпохи. До свидания, дружный класс, школа, школа, помни нас. Мы шагнули в дальний путь, школа, нас не позабудь». Я настолько благодарна, что они вот это вот и выставили в интернете. А Ирина и Наталья в сборнике своих произведений вместе с нотами и мои стихи включили вот эти. Казалось, вечен школьный мир простой. Успею о любви сказать, успею, но мел упал под школьной доской. И, вспомнив о тебе, я вдруг краснею. Последний наш окончился урок, и не успели мы сказать о главном. Жаль, что не будет нас встречать звонок. Сегодня все девчонки в платьях бальных. Промчатся годы, сохраним в сердцах наставников, учивших нас умело, с надеждой нам глядят они в глаза, а мы спешим отчаянно и смело.
последний наш окончился урок, и не успели мы сказать о главном. Жаль, что не будет нас встречать звонок. Лишь первоклассник рад ему забавно. На школьный бал звучит зазывно вальс, и ты меня за руку держишь нежно. И впереди теперь вся жизнь у нас. Мой школьный друг, ты станешь другом прежним. Последний наш окончился урок, и не успели мы сказать о главном. Жаль, что не будет нас встречать звонок. Лишь первоклассник рад ему забавно. Мы не детки, мы не крохи, мы вершители эпохи. До свидания, дружный класс. Школа, школа, помни нас. Мы шагнули в дальний путь, школа нас не позабудь. Мы не детки, мы не крохи, мы вершители эпохи. Казалось, вечен школьный мир простой. Успею о любви сказать, успею. Но мел упал под школьною доской. И вспомнив о тебе, я вдруг краснею. Последний наш окончился урок, и не успели мы сказать о главном. Жаль, что не будет нас встречать звонок. Сегодня все девчонки в бальных платьях. Мы не детки, мы не крохи, мы вершители эпохи. До свидания, дружный класс. Школа, школа, помни нас. Мы шагнули в дальний путь, школа нас не позабудь. Мы не детки, мы не крохи, мы вершители эпохи. В том сборнике, который вышел в этом году, «Золотые травы», вы писали стихи о жизни, которые вокруг наблюдаете. Здесь собраны стихи за последние 6 лет. Перед этим сборник печатался в 2012 году. Что вы можете сказать? А какую жизнь вы наблюдали за эти 6 лет? Что-то тронуло ваше поэтическое сердце? Я не хотела вам говорить об этом, но есть такие тяжелые, может быть, для воспроизведения на слух стихи, когда мы идем из точки А в точку Б, или послание одноклассникам о том, как погибает то место, где мы учились. Но вот одно стихотворение тогда прочту. Я в парке, уж близится холод, осенние листья легки, прохлада струится за ворот, заденет дождинка щеки, войти бы под кров поскорее, руками коснуть тепла, но моросью веет и веет, тропинка меж елей легла. Войди на пригорок, над речкой, за пруд, за холмы оглянись, повсюду работу и вечно людская заполнена жизнь. Вон зять поднимают во поле, вот листья сжигают в огне, как это знакомо до боли, и отклик находит во мне. А клены шуршат, словно книги, их клинопись, вечность и блик. Ах, сбросить бы быта вериги, вернуть бы утерянный миг. Пронзительно тайна в аллее, пронизана крона лучом, листва на осинках аллее, не стану вздыхать ни о чем. Время пришло такое, что надо научиться жить. Я взглянула и знаю, о чем молчишь. За окном улетает в пространство дым. Это думы твои, за стеною мышь и молчание в ведрах холодной воды. Я нарезала хлеб,
Накрываю стол, а в стакане за гранью теплеет чай. Телевизор гудит, вот и день прошел. А на свете май, понимаешь, май. Набухает возле ворот сирень. Я взглянула и знаю, о чем молчишь. Затянулся рубец, закончился день. Утираю слезу, принимаю жизнь. Проходит такое время, что не надо орать, кричать лозунги, а надо просто работать. Надо просто вот в этой жизни работать, творить, идти навстречу людям и принимать жизнь такой, какой она есть, учиться в ней жить. Некоторым это не хочется делать, они стараются переложить свои какие-то заботы на чужие, люди умеют так обвинять других. Ну, вот смотри, за окном сейчас осень. Здравствуй, осень, осень, здравствуй! В синих астрах, красных астрах, в астрах цвета алебастра ты пришла, свети и властвуй. Я надеюсь, без лукавства, без издевок и мытарства разыщу себе лекарства на полях в осеннем царстве. Здравствуй, осень, осень, здравствуй. В синих астрах, красных астрах ты и я хотели счастья, с ветрено горящей страстью. Плачешь, осень, ветер грозный рвет рябин горящих грозди. Ветки трепетные и розные, даже ветер грациозный. Плачешь, осень, улыбайся, нагрешил, так покайся. Танцем листьев в кратком вальсе, расставаясь, наслаждайся журавлиной песней спетой. Осень — это бабье лето, чтоб вернуться в осень эту, брось последнюю монету. Мы от всей души поздравляем вас с новым поэтическим сборником. И спасибо вам огромное. Вот вы такой удивительный человек. Вы сами настолько открыты. Вам есть что сказать нам. И это здорово. И сказать это и обычными словами, и, безусловно, поэтическими строчками. Спасибо вам, что вы бесконечно готовы с нами говорить о жизни, о любви, о чувствах. Стихотворение «Золотые травы». Я здесь ненадолго, устали мои крылья. Сейчас отогрею пальцы, что в небе застыли. Со лба смахну рукавом незаметно пылья, чтоб все сомнения с тонкой пылью уплыли. Зачем терзать под тяжестью горя травы и к небесам взывать, если нет надежды? Пойми, не все, кто плакал, бывали правы. И вспомни о короле, что гулял без одежды. А пчелы гудят, мелькают, полны заботы. Собрать хотят с корзиночек желтых сборы. Им легкого сока, цвета золота в соты. Быстрее нести, им не до разговоров. И я ненадолго. Мы все здесь просто пришельцы. В зрачках уносим полей и лесов рельефы. Придем и уйдем, и никуда не деться. А здесь останутся вечные пчелы и эльфы. Это самое последнее земное интервью корсунской поэтессы Татьяны Эйхман нашему радио. Неделю назад пришла скорбная весть. Не стало Татьяны Эйхман. Хотя, очевидно, указание места ее жительства не совсем корректно. Разве у поэзии могут быть границы? Безусловно. Она – наша ульяновская поэтесса, украшение ульяновской культуры. Вот и все. Эту передачу для вас подготовили Наталья Козина и Светлана Дубровина. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. До свидания. Thank you.
лишь на миг приходим в этот мир, где учимся любить и ненавидеть. Одно мгновение длится жизни пир. Спешите жить, спешите видеть. Спешите жить, но брать от жизни все не надо. Торопиться суетливо, собою ничего не унесешь и не подаришь прошлому стыдливо. Спешите стать терпимей и добрей, и отдавать спешите, научиться, чтобы потом у запертых дверей, когда окончены пир, не очутиться. Потом у запертых дверей, когда окончен пир, не очутиться, чтобы потом у запертых дверей, когда окончен пир, не очутиться.